марте 2024 на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Я обещаю молчать». Это картина от режиссера Виктора Конисевича, главные роли которые исполнили Вера Шпак, Антон Денисенко, Евгения Шипо, Станислав Тикунов и другие. В центре сюжета история молодой женщины, которая дает обещание молчать. Взрослую жизнь Даши Михеевой трудно назвать счастливой. Мать уговорила ее выйти за Игоря, сына своей подруги, который оказался домашним тираном. Сейчас ей уже больше 30, а она все еще ищет свою настоящую любовь. В этой истории она сталкивается с неожиданными поворотами судьбы, и ее жизнь меняется навсегда. К сожалению, второго сезона сериала «Я обещаю молчать» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о любимых сериалах.